Работа спасателей ответственна и сложна. Скорость и ловкость, с которыми они справляются с пожарами, катастрофами, наводнениями, порой на самом деле удивляют. Им приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда для того, чтобы прийти на помощь, есть всего несколько минут. Именно здесь проявляется настоящий профессионализм. Однако выявить его можно и в мирных целях благодаря ежегодным стартам. В очередной раз, отправившись на третий этап конкурса профессионального мастерства «Лучший начальник дежурной смены подразделений», брестская команда стала первой в общекомандном рейтинге, который состоит из личных побед каждого из наших огнеборцев. Пришлось серьезно подготовиться, готовились в течение года, плюс еще сборы были у нас контрольные, когда уже мы подходили непосредственно к соревнованиям, результат налицо. Сегодня, благодаря участию в такого рода соревнованиях, лучшие представители Брестской области стали настоящими друзьями. Многое их объединило за эти дни. Постоянные сборы, ежедневная подготовка, казалось бы, теперь это уже позади. Однако это не так. Работа над собой и своими профессиональными способностями будет продолжена. Хотелось бы, конечно же, больше, всегда хочется первое. Но, с учетом того, что, я думаю, первый раз посмотрел, где-то что-то посмотрел новое для себя, где-то подметил, я думаю, для первого раза неплохо. В следующем году, если поеду, а надеюсь, что поеду, то надеюсь уже побороться за призовые места. Мечтал помогать, то есть жить с осознанной целью, что нужен и обществу, и людям, и эта работа приносит мне большое удовольствие. Я рад, что работа начальника дежурной смены, эта работа мне очень нравится. 5 сложных испытаний не только не удивили и не испугали, наоборот, укрепили веру в то, что в свое время эти талантливые представители пожарной элиты сделали правильный профессиональный выбор и сегодня с честью и достоинством несут службу в своих подразделениях. К слову, для областного управления МЧС это не первая такая победа. В последнее время добрая традиция быть на передовой прочно закрепилась именно за Брестским ведомством. Прежде всего, это трудолюбие. Потому что в конкурсе очень много задач, которые рассчитаны на правильное использование имеющегося оборудования, техники, ну и, конечно же, теоретические знания. Поэтому прежде всего это трудолюбие. Знать, уметь и делать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».